Урожай зерна, превышающий 100 миллионов тонн, Россия собирает с 2014 года. В Республике Татарстан в 2020 году показатели выросли на 26% в сравнении с 2019 годом. Вот этот данный показатель превысил республиканский рекорд прошлых лет, что позволило выйти Республике Татарстан на мировой рынок по реализации зерна и обеспечению безопасности внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции. Такому росту способствует выведение и селекция новых устойчивых сортов пшеницы и использование усовершенствованных комплексных удобрений, современной агротехники и применение сидератных культур в севообороте сельскохозяйственных полей. Крупнейшая агрофирма Татарстана расширит посевы в 2021 году. Об этом сообщили Дворцы земледельцев Татарстана. Напомним, в 2020 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан отметило свое столетие. В этот значимый для республики год было собрано более 5 миллионов тонн зерна. Это абсолютный рекорд за последние 10 лет. Рекордный урожай зерна может дать импульс для развития сразу нескольких, наверное, смежных отраслей и помочь стране выйти из кризиса, вызванной которой вот как раз пандемией, да, выход на мировой рынок, способствует укреплению, наверное, развития российской сельскохозяйственной продукции, что вот предусматривает получение большой прибыли и вложение средств в разработку и применение инновационных систем в области сельского хозяйства. Доцент кафедры ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Антонина Мостякова поделилась своими прогнозами по сбору зерновых в 2021 году. Ну вот это обильный снежный покров зимы 2020-2021 года, несомненно, конечно, я так предполагаю, и по статьям, и по прогнозам, нанес, наверное, ущерб на зимние поля зерновых культур. Вот в данное время агрономы как раз ведут обследование полей после зимы и применяют все необходимые меры для именно предотвращения роста заболевания. Надеемся, что показатели по сбору зерновых культур в 2021 году будут не ниже, чем в прошлом году, в 2020 году. Илья Андреев, Ленардо Влетьяров, Универньюз.